Анонимно и бесплатно сдать кровь на ВИЧ сможет любой в Мирном. В рамках акции «Стоп ВИЧ-СПИД» центральной больницы пройдут дни открытых дверей. Для теста на вирус иммунодефицита человека не нужны будут ни документы, ни предварительная запись, а результаты выдадут тут же, через несколько минут. Сдать анализ можно будет до 29 ноября в 118-м кабинете Мирнинской поликлиники и во дворце спорта «Кимберли». Там в выходные 23 и 24 ноября с 3 до 6 вечера медики развернут выездной пункт. В этом году мы решили организовать более масштабные мероприятия в рамках данной акции, так как крайне важно привлечь внимание общественности к проблеме развития ВИЧ-инфекции. Тест проводится анонимно, никаких документов с собой брать не нужно. Врач-инфекционист будет работать на месте, и по результатам теста сразу же можно будет получить консультацию. По данным Мирнинского филиала Центра СПИД, на 1 ноября этого года в районе зарегистрировано 645 ВИЧ-инфицированных, из них 212 в Алмазной столице.